Пи-пи-пу-пу. Доброго времени суток, котятки, с вами Эрика, а это продолжение прохождения игрушки Dying Light 2. На данный момент мы бежим. Нам нужно встретиться с Айвер. В предыдущей серии мы сделали выбор, кому помочь. Мы должны были помочь Софии, но мы ее предали. Предали ее, мы предали Барни. Вот, когда они кому-то там пошли, там должна быть драка, отбивать. Мы должны были им помогать, но мы их предали, так что, скорее всего, там всех перебьют. Но не факт, мы выбрали Джеральма. Понятно. Мы выбрали Айтера. Ты не хочешь? Я же нажимаю вроде как. Да. Ну, алло. А, безопасная зона, серьезно. Ладно. Я не хочу умирать. Я помогу тебе. Ладно, там эти миротворцы, поэтому я не буду. Вот, мы выбрали Айтера, я сам предал базарных. Всех мы предали, мы плохие. Но изначально мы шли по пути Айтера, изначально мы как бы. Мы и были предателями, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Я половину пути уже пробежала. Вне видео, потому что нужно было бежать 500 метров. Вот, так что решил этого просто не вставлять. Привет. Пришел. Хорошо. Я не пошел в мотель. Ты прав. Мутно это все как-то. Похоже, ты подобрался близко к правде. Почему она такая тихая? Или они убили Лукаса? Или знают кто? Мы их разговорим. Как ты это сделаешь? Захватив водонапорную башню. Гений. Джек и Джо куда-то свалили. Угу. В башне почти никого не осталось. То есть нам сейчас идти на водонапорную башню, да? Это единственный источник воды в районе. А у кого вода, у того и власть в старом Велидоре. Ну ты гений, конечно. Почему она такая тихая? Сейчас. Да нет, нормально все вроде как. Странно. Тут? Тут нормально. Значит, ты возьмешь ее штурмом? Ладно. Мог бы. Если там не будет бандитов, базар поставит свою охрану. Как только они увидят миротворцев, начнется заварушка. Заварушка. Но я не хочу давать им повод для войны. Это хитрожопый. Однако, если кто-то без шума захватит башню, им придется смириться с этим фактом. Значит, ты хочешь, чтобы я туда забрался, да? Да. Ну, конечно, я обезвредил бы взрывчатку, заложенную Джеком и Джо, и зачистил башню. Но будь осторожен. Башня – самое высокое сооружение класс. Вокруг. Класс, а нужно вскарабкаться на единственный путь на наверх, да? Перекрыт. Я могу попробовать. Похоже, это единственный выход. Прибить всех, вскарабкаться. Хорошо. Давай. Если ты справишься, мы сможем всё надавить на базар. Все ради того, чтобы попасть в Central Loop и найти свою сестру. Все это. Нас просто пользуют. Используют. Налет. Используют, пользуют. Угу, понял. Короче, говнюки они все. Нам приходится работать. Хорошо. Я и так знаю, кто это. Надеюсь, у Айтера есть решение для нашей проблемы с водой. Уже теряем доверие людей. А, тут мы уже были, нас там держали. Да 100% в Барни, потому что у него была рана от Лукаса, вот этих вот его. Его оружие, не помню, как они называются. Кастаньеты почему-то, я хочу постоянно сказать, но это не кастаньеты, да. Как вот эти вот, блин, когти, короче, Лукаса. Вот. Так что, скорее всего, в доме у Барни есть какой-то вот этот вот вырезанный погон с тела. Поэтому я просто на все 200% уверена в том, что это Барни. Тем более он очень мутный, тем более он постоянно вот этого миротворца всякое разное говорит. Опять ты. Похоже, бандиты сбежали с водонапорки. Здесь никого нет. Айтер хочет захватить башню и заставить говорить жителей базара. Так вот, как он ищет убийцу Лукаса? Получится. Не такой уж он идиот. Но поосторожнее с Джо Эйден. Парень клоун, но он опасен. Не думаю, что он просто сбежит. А хотя... Хотя... О, да, детка.
что эта игра немного подлагивает, а скорее всего именно из-за БС. Но постоянно мне что-то конфликтует, какие-то проблемы, что-то лагает во время съемок. То есть если бы я так играла, все было бы просто прекрасно. Но обязательно... Где? Почему-то всегда, когда начинаю запись, обязательно, неважно, secure или CBR, обязательно что-то будет немного подлагивать. То есть ее не будет идеально плавно. Вот видите, оно не идеально плавно. А я люблю, когда идеально плавно. Так, в принципе, ну туда можно вот там как-то взалезть, забраться. Где я эту дурочку? Тут же есть что-то у нее. Опа. Зачем мы ищем кровь? Блин, у меня мокрая рука. Да блин, сейчас... Что-то подсказывает, что контейнер с ингибиторами 100% будет в этой водонапорной башне. Ну да. Ну да. Только мне нужно аккуратно спуститься. Она выше, чем я думал. Насколько выше? Бля, посмотрела. Там есть зомби. Ну там немного зомби. Тем более, нет, черт. Там же можно как-то попасть. Успокойся! О, ты посмотри на него. Пнул он меня совсем. Глупый. Добрый вечер. Да. Пошли отсюда. Отстань. Не надо. Не надо. Фу. Фу, я сказала. Тихо. Мальчик, дайте я похиляюсь. Продолжим наши игры. Да что за... Где? Хорошо. 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 Очень нехорошо, плохо. Тихо. Ой, нужно будет прокачать именно хилочку. Что-то я как-то неправильно это делаю. Мы делаем так, отпускаем. Мы делаем так, все. Вообще вот так сейчас просто поделаем. Да отстань! Ну, пацаны, ну, ради бога. Еще и промазала. Так, сейчас, 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 ребята. Давайте, давайте, сейчас, на ритм. Понятно. Ладно. Все, ну, там. Ну, хватит. О! Все. Залезть. Ладно, просто сейчас так вот, так, 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 все, никаких проблем не будет с этими крутасами своими. Бежать. Все. Теперь мы всех, не всех, облутаем. Интересно, он меня ударит? Лучше не будем проверять, учитывая, сколько у меня хп. Еще раз хиляемся и входим в эту залю. О боже, кринж. Ты... Нам. Так. Ну ты издеваешься надо мной. В смысле? Так, кстати, я что узнала? Я могу сделать вот так. Ты мне здесь вообще не нужен. Уйди отсюда, пожалуйста. Все. То монетки кидать как-то не очень весело. Так, я хочу сделать себе, во-первых, вот это вот.
Во-вторых, я хочу себе сделать вот это вот. И все. В-третьих, я хочу себе... Ничего, я себе не могу поставить. Так. Ну, в принципе, нормально, да? Давайте еще одну сделаем. Две. Хорошо. Мы не пользуемся. Коктейльчики я сделала на всякий случай. Ну, давай один. Все. Приспособления, расходники. Да, все как обычно. Навыки еще нет, но скоро будет. Кстати, может что-то послушать. Это что? Меня зовут Антон Новак, и я стану ебучей легендой! Айдар, Джек и Джо в башне. Они собираются ее взорвать. Блять, этого нельзя допустить. Башня заминирована. Обезвредь заряды. Быстрее! Меня зовут Антон Новак, и я стану ебучей легендой! Прости, не сдержался. А, так он уже был. Это я для тебя записываю, пап. Хочешь секрет? Зуб даю, тебе сейчас станет ох, как стыдно. Ты мне всю жизнь толдычил, что я не... Дорогие мои слушатели, вам это может показаться это я помню странным, тоже. Но... Нет, замолчи. Это мы видели. Потерянный рай, книга, ничего не делала, там стояла, знала. Глобро ужасно в сравнении с умыслом людей, его намерение прекрасное в делах людей. Увидел князя, по-моему, дочитали. Просто же писала тебе, говорят, разве ты нежно всегда, я в это не верю. У нас ничего нового не было. Шти. Ладно. Айдар, Джек, мне Джо было башня. Просто они интересно, что будет, если этого нельзя допустить. Я ударю эти штучки. Обезвредь заряды. Быстрее. Кто же знал? Любопытство. Зачем браслеты? Просто железо? Хорошо. Теперь будем знать, что какие штучки у нас идут. Да. О, я люблю такое. Да, мы куда-то поднимаемся. С ингибиторами. Пожалуйста, отпустите меня. Я слышу, слышу. О. У нас бомба, хорошо. Спустись, пожалуйста. Как там? Так, так. Еще. Быстро мы поднимаемся, в принципе. Ты нас убьешь. Мы живыми не уйдем. Никто не уйдет. Дай мне детонатор, Джек. Нет. Мы хотели собирать дань. Только из него. Джек, дай сюда. Они это заслужили. Они Господи, умрут. На время, боже. Джек, предупреждаю. Готово. Вода спасена. Точно? Мухара, отлично, два. Так, теперь сюда заходим. Вещи. Куда они мне уже ее дадут? Так, тут хилочка. Нормально. Рукавники для стрелка класса. Нет. Химочка. Нормально. Ладно. А закрываем за собой дверьки. Что-то хотела я сказать, но что-то я как-то забыла. Угу. О!
А, ну сразу автоматом поставила, спасибо. Ну, кстати, выглядит... А, нет, не так выглядит, но очень похож, хорошо. Так, топор палача, чертеж, неплохо. А как дальше? Отстань, Твич. Так, нас здесь не было, нужно сказать, как здесь у нас. Так, залазим. Ёп, твою мать. Нам точно сюда нужно? О, вон меня пнуло, чуть не упала. Таки получилось. Лут ищем, как резики. Это ваш выбор, уёбки! Никто не получит воду! Обязательно делаем круг. На проверку пасхалочек. Маш. Можем что-то разобраться, добраться. Ой, сейчас мы получим по голове 100%. Руки, руки оторвёт, руки оторвёт. Руки оторвёт. Скример. Без скримеров. Ой. Ой, сейчас нас пнут, и мы улетим. Нет. Или эти засранцы с базара. Привет, ребят. Как дела? Чел, стой, спуститься, нас хватят. Бля, все просрали. Сейчас как... Сейчас уронишь. Сейчас уронишь. Такой... Ой, привет, ребята. Я тут это... Ну... Никто не уйдет живым. Джо, я не хочу умирать, придурок. Кто здесь? Или мы взорвем эту сраную башню, клянусь! Договариваться? Или драться? Вот это номер! Прикольно выглядит, но превьюшечку, возможно, пойдут, если бы не было надписи внизу. Ты проиграл. Давайте договоримся. А чё нет, попытаемся. Я нашел бомбы. Поговорим? Время переговоров прошло. Мы все нахуй взорвем. Вы не слышите, все кончено! Я хочу свалить. И живым выбраться из города. Ага, видимо, с левой стороны мне доклад. Я помогу вам. Ты сам знаешь, Джек, нас никто отсюда живыми не выпустит. Слушайте, я пилигрим. Пора уже все взорвать. Да, я надеюсь, не предательство Айтра. Бросьте, вы этого не сделаете. Не слушай его, Джек. Это конец. Пизду все. Так, получается, мы сейчас будем драться с левым, право нормально. Джо, подожди. Джо, это... Не тот пилигрим, что недавно появился на базаре. Ничего, да мы обезвредили, мы спасли. Мы можем их отпустить. Разница? А не почему? Понимаешь? Если он пилигрим, он может нас вытащить. Вывести из города в безопасное О, место. Нет, мы этого не будем делать. Я не верю этому Хуиле. Ты никому не веришь. Я просил тебя уладить все по-хорошему с Барни. Послушай меня хоть раз, блядь! Уладить по-хорошему с Барни? Нахера? Ну да, давай я что-то не понял. После того, что мы узнали от миротворцев. Не мы понял. Мы предупредили этого ебаната, дали возможность сбежать, но он решил, что умнее всех. А, то есть это не вы виноваты, а Барни. О чем? Но... Барни. Что Лукас готовился арестовать его за оружие, и не только. Он неделями готовил для него ловушку. Но вместо того, чтобы по-тихому свалить отсюда, вот. Барни попытался всех переиграть. Вот. Так, а я говорила. Что Лукас идет за ним. Придурок хотел начать войну в старом Виллидоре. А нам это все нахер было не нужно. Деньги, кристаллы. Это другое дело. Тачки. Поэтому я пытался прикончить этого психа и его сестричку. Не, сестра не при чем, она просто наивная дурочка. Успокойся, Джо. Сам, блядь, успокойся. Сейчас он как его, блин, вот это дубинкой. Выведи нас из города, пилигрим. В ближайшее поселение. Нет, пожалуйста. Нет. Не погиб. Нет. 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 Еще один. Я не стану вам помогать. Я помогу вам. Нет, я не буду этого делать. Нет, я не буду этого делать. Я не торгую с убийцами и вымогателями. Ты глянь на этого святошу. Пилигрим нам проповеди читает. Ну и дурак же ты. А смысл был вначале с ними договариваться, если мы все равно будем драться. Игрушка сломалась. Ты это сделал. Ты за это заплатишь. Мы, конечно, могли бы, да. Ёб твой! Погоди. Тихо. У меня есть кое-что. Погоди. Погоди, дорогой. Дорогой, погоди. Погоди, да, я посмотрю, пожалуйста. Стой. Пожалуйста. Нет. Да погоди, я не вижу своей этой штучки. Все, подожди. Троечка. Нет. А, это так. Лови.
Ой, нехорошо. Нехорошо. Мне сейчас как стукнут. Да в смысле я умерла? Ну, блин. Не понимаю. Смысл был... хотя вот... Да, мы можем... Ну, если мы с ними договариваемся, мы сначала должны им помочь. Зачем потом еще раз делать выбор? Типа, а ты точно в этом уверен? Ты точно уверен в том, что ты хочешь их убить, да? Нет. Все. Да нет. Ё-моё! О, нормально. Фаер-шоу, ребята! Вам перед смертью решила устроить подарочек. Я думаю, вам нравится? Так. Тихо. 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 Здесь мы тебя и повесим! Тихо, тихо. Так, подождите, у меня есть еще фаер-шоу. Друзья, тише, 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 тише. Тише, тише. Отстань, 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 отстань. Все, ребята, вы там. Да нет, ты тоже должен был быть там. Да, я похиляюсь. Так, ладно, ладно, нам... мы не успеваем. Мы не успеваем, поэтому просто сделаем... Нет, зря, 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 не то, 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 пацаны, 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 плохо, пацаны, пожалуйста, не! Так, хорошо. Вот это вот, мы поставим вот это вот. Нормально? Армейская аптечка, наверное, долго будет глядь. Какая это цифра? Тихо, один? Нет, два? Ага, два, 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 два. Два. Нет, дура! Какая я дура? Вторую, 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 вторую! Пшикай. Она ничего не дала. Или она мгновенно, ну, как не... Хорошо, хорошо, хорошо. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. А может ты поменяешь? Боже, ты поменяешь ее, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, поменяй ее. Ее поменяй, бля. А почему тебя нету? Оно должно было восстановиться. Что за бред? Я просто не понимаю. Ну, давай. Почему оно не вернулось мне обратно? Или вернулось? Я чего-то не знаю? Или вернулось? Да, наверное, вернулось. Тогда чё его не было? Тут все есть. Как раз они вместе стоят рядом. Я тебя в ней утоплю. Да я не успеваю поставить эту дичь. Нормально. Я устала. Все, минус один. Живыми нас не возьмешь. Подойди, дай хоть я блок поставлю. Оп. Прям по спинке. Ой, старенько. Все. Слава богу. Так. Так, так, так. Есть. Слава богу. Так, так. А зачем это? Мы праздновать не будем ничего. Выкину. Так, кассета. Сейчас мы послушаем. Там мы сейчас тоже сделаем. Возможно, кстати, будет выбор очередной, но я в этом очень сомневаюсь. Крайне сильно сомневаюсь. Все. Ну что, Боже. Эйден, ты же умный. А, да, я думаю. Решай, кому достанется вода.
распределение города. Когда вы выдаете объект миротворцам или выжившим, они берут контроль над зоной, в которой он находится. Когда фракция получает зону, она размещает в ней свое сооружение, противостоит основной ловушке, полезные в бою, выжившие приспособления для паркура, включающие приучения по городу. Если честно, выжившие как-то более приятно. Чем больше объектов вы передадите фракции, тем сильнее она станет, и тем лучшее сооружение сможет установить. Текущее распределение города может посмотреть на карте. Можно мне вообще-то быстрое перемещение сделать? Мне так-то хочется. Дать миротворцу. Там мобильные ловушки, верните городу воду. Мальчик. Давайте посмотрим, не будем скипать. А, мы это уже 3 раз видели, как они идут, потом строят, потом уже показывают финальный вариант. У них более комфортное здание, как по мне. Спасибо, флешка. Более интересно выглядят. Но лучше у выживших приспособления для паркура, потому что так проще как-то подниматься, спускаться и так далее. Господи, я бы все отдал за теплый дом. Вау. Все такое синенькое, красивое. Так, я забыла, как двигать карту. Что за брат? Все, я могу двигать. Да, поняла. Все, да. Все, как-то так теперь. Кокош? Джек и Джо предупредили Барни, что Лукас хочет его схватить. Он мог избежать ловушки, но пошел в нее. Тогда Лукас. Найдите доказательства в убежище Барни. Вот. А я говорила, сейчас мы что-то там найдем. Не будет драка, да? Мы его убьем, наверное. А может, они убьем. А может, его заберут миротворцы. Уже сами будут. Ты с менюхи поешь? Разве тебе не нравится? Мне нравится. И даже в 15-й. Ладно, если тебе не нравится... Мне нравится! Конечно. Посмотрим, насколько нас хватит. Насколько тебе хватит? Я же говорила, ты не можешь просто помолчать. Так, хорошо. Хочется хилочку, но и хочется выносливость. Блин. Сопротивляемся, подумаешь, песенку напоет. Где его дом? Можешь обыскивать комнату Барни. Будь свободен. Хорошо. Сейчас нам будет очень больно. Плохо. Мы будем бегать. Погоня. Добрый вечер. Первое. Ну, давайте, может, быстрее добежим. Может, быстрее мы умрем. Ой, нужно мельницу десактивировать-то. Ой, это вообще там разве. Куда мне идти? Куда? Сюда. А можно мне... На машины можно прыгать? Я сейчас умру, я умру. Я нажала Си, я успела нажать Си. Да, нет. Я видел Софи и ее людей. Буду на порке. Так что в мотеле никого не будет. Но не знаю, надолго ли. Хорошо, спасибо. Я вижу Уфе свет. Я иду к Уфе свету. Это разве не то место, в которое мы изначально должны были пойти? Это да, это тот самый мотель, в который фиг попадешь. А это я себе уже сделала. Специально, да, нам. Да, да. Мы проще залезем. Но в прошлый раз мы не могли попасть внутрь. Я даже не знала, что там. А это, оказывается, его хата. Теперь мы можем попасть. Конечно. Давай, малыш. Ну, почти изи. Хорошо, изи. Все. Цветочек, очень мило. У тебя тут дома, дверь закрою. Так, что тут у тебя есть? Марихуана. Прикольно. Так. Там ничего нет. У нас что-то здесь интересное, да, или нет? Мне кажется. Так точно ничего нет.
Ну, вроде бы ничего. Или это просто я слепая? Так, я себе возьму. Потом зайдем в ту комнату, главное, потому что просто там какие-то катсцены уже, когда мы туда зайдем. Например, он вернется. Я такая, ты что ты делаешь, Мадия? Он такая, да ты во всем виноват. И начнется драка. О, сюда. Думала ли она еще потом все пропадет? Ну, еще все это мы сделаем, потому что на втором этаже очень интересно. Пошли на второй этаж. Ну, конечно же. Хороший дом, хороший. Кто бы подумал, что здесь на крыше капусту выращивают. Класс, вообще имба. Вообще имба, так, все это. Что? Я могу попить водички целебной. Офигеть. Кордицепс еще. Мать моя женщина. Вот это номер. Очень комфортно, да. Да, так, да, давайте. Так, 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 все. Ой-ой-ой, погоди, еще капуста. Нет, разбитая бутылка. Там не надо такое. Закрыть не могу. Сюда, давай. Мы тут не были. Опачки! Это уже в его комнате там. А почему ты у себя в комнате хранишь неиспользованный ингибитор? М? Это была ошибка тебе на будущее. Зря. Пожалеешь. Сразу сюда. Мое. Это мое. Мое. Понял? Мое. Мое, да. Мое. Вот это у тебя, конечно. Номер. Так, я хочу. Я хочу. Я хочу. Хочу. Броник. Давайте. Может, так лучше будет? Хорошо, и я хотела еще, если можно. Нельзя, не хватает одного. Жаль. Очень жаль. Господи, после этого уже будет наги, мы сможем что-то прокачать. Поэтому сразу себе забираем. Ну, там спросила что-то. Женщина, музыка. О, настоящая помойка. Ну да. Кто у тебя в тех комнатах было поприятнее, это еще кто? Понятно. А птичка там есть? Вроде бы, да. Да хватит. Здесь ничего нет. Ну вот там 100%. Давай, посмотрим. Найдем доказательства. А ну-ка. Опа, погончик. А что это у нас такое? И почему мы не можем его поднять? Можем. Что ты нашел? Угу, действительно, что же это? И он же задел, да? Блять, это человеческая кожа. Только сейчас понял. Хакон. Погол. Тут кусок кожи с татуировкой. Срезали с Лукаса. Что? Да. Сейчас блевану. Уходи оттуда. Мы расскажем Айдору и он... Роешься в вещах моей сестры? Не знал, что в этой дыре пилигримов нанимают в качестве горничных. Кожу сбрасывает. Роюсь в твоих вещах. Что за хрень? Мне кусочек Лукаса на память? Ты извращенец. Пошел ты! Неплохо, но это не мое. Я убью тебя, сукин сын! А тогда почему ты меня сразу убить хочешь? Ох, барни. Эх, барни, барни. Устрою мы тебе фаер-шоу, да? Я думаю, это украсит твою красивую комнатку. Получай, малыш. Ну, 100% просто не знаю, как выйти из ситуации, поэтому устроил этот бред.
Типа, ой, откуда это? Что это? Как оно сюда попало? Это ты меня хочешь? Да-да-да, это ты. Подставить меня хочешь, я ни в чем не виноват. Конечно. Прекрасное оружие, что сбивает его с ног вообще отлично. Одного вшивого пилигрима никто не хватит. Так быстро? Серьезно? Он умер, все. Сейчас Софи придет, да? И Софи. Где девчонка? А нет. Ее здесь не было. Ее нигде не видно уже несколько часов. Угу. На. Знаешь, что это значит? Что, я молодец? Хотел похвастаться. Сукин сын хотел доказать, что это он убил Лукаса. Так ты теперь каннибал, что ли, а, Барни? Это не я! Это он! Он подставил меня! Ладно, забираем его на станцию. Там он нам все расскажет. А вдруг это действительно не он? Тогда откуда у него рана? Или все-таки он правда лживый придурок? Ты ладно. Молодец, Эйден. Надеюсь. Зайди ко мне. Мне ну, пора выполнить неприятно. Свою часть сделки. Давай, пожалуйста. Отпусти меня в Сентралу. А если мы сейчас пойдем на базар? А если мы сейчас пойдем на базар, что будет? Не надо. Угу. Куча бутылок. Так, куча бутылок. Здесь ничего нету. Выходим. Так. Так, там тоже, видимо, ничего нету. Ну, пошли, пошли. Да, пошли отсюда. Нам здесь нечего делать в этой грязной норе. Так. О, 400 метров. Еще и ночь. А почему? Ну ладно. Жаль, не поспали у него там. Сюда. Поднимайся, поднимайся быстрее там. Что это там происходит такое? Фаер-шоу очередное? А ну-ка. Или там какой-то этот зомби живет. В любом случае, мне этот красный цвет очень не нравится. Да, это какой-то зомби. Вот он. Ну ладно. Пусть там этот красный зомби делает все, что хочет. А мы пойдем. Ты же заберешь, да? Ты же умничка, да? Молодец. Встретись с Сайтером. Ну, я хотела почти типа, пойдем через темную зону. Да, нам темную зону не нужна для проблемы. Да залезь, ты дурак. Два удара, и меня не станет. Мама. Сейчас пнет. Тихо. Мы бежим, все хорошо. А, прям сюда? А, нет, мы не туда бежим. Ну, я туда бегу. Я туда хочу. Уфе. Тихо. Ух, меня же все передернуло, хорошо. Делайте, что хотите. Я в безопасной зоне. О, а мы можем? Почему мы не можем? Совсем чуточку не хватает. Все, выходим. Тихо. Ой, теперь точно. Два удара и все. Один погиб, и ты погиб. А мы куда идем-то? А, к Айтеру. Ой, 11 хп, меня сейчас обычно зомби вообще убьет, ушатает. 90 метров, спорим, 2 хп. Тихо. Мы должны убежать. Если я добегаю, давайте хотя бы 30 лайков, блин. Все, соснули? А, еще и похилять снимаю. Ну, сейчас я выйду. Жду лайки и подписочки на видосики. Я, конечно, редко снимаю, но я же стараюсь. А чего ты ждешь? Пожалуйста, не ленитесь. Пожалуйста. Мне нравится, как... Мясник наш самый
злейший враг. Именно он в ответе за бомбардировку в Черный понедельник. Чего? Ты убил командира. С какой стати? Голоса в голове? Сестра попросила. Иди в пизду! Я ненавидел его. Ну все-таки он. Но даже я не настолько туп, чтобы его убивать. В смысле? Когда я ловлю кого-нибудь, даже с поличным... А кто это тогда? Они до конца все отрицают. А вот ты, возможно, настолько туп. В этом случае, думаю, ты полный кретин. Пытаешься разозлить меня, чтобы я убил тебя на месте? Нет, я так не играю. Будет суд и приговор. Зачем ты срезал его татуировку? Говорю тебе, я не знаю, потому что не делал этого. Да, иногда у меня сносит крышу, но я не сраный психопат. Может, он просто ты самый выйти больной ситуацию? Психопат, которого ну, я знаю. Правда, но тебе кто-то приказал убить Лукаса и доказать Опа, ему это. Опа, кто приказал? Сосредоточься, сраный миротворец. Я же сказал, что это не я, ясно? Докажи. Блять, даже я понимаю, что если ты просишь это доказать, то на меня ничего нет. Ты, блять, блядская. Зря теряем время. Ты убил Лукаса. Дальше что? Я понятия не имею, дебил, потому что я этого не делал. Стоит меня обидеть, отомщу. Но я тебе не убийца. Че, правда? Оставь, Эйден. Такие, как он, просто любят. Блин, мне кажется, я неправильный выбор сделал. Этот идиот не скажет правды. Зачем мне лгать? Я бы выиграл больше, сказав тебе, что убил Лукаса. Чего я не делал. Не ожидал рационального мышления от того, кому нужен отдельный мозг, чтобы не обосраться. Это ты обосрался. Отъебись от меня, наконец. Бля. Этот кусок кожи — доказательство. Железное доказательство. Ну, видимо, ему правда подложили. Хватит тратить время на этот кусок дерьма, Эйден. Не знаю. Его будут судить и приговорят к смерти. А наше соглашение? Оно в силе. Иди к туннелям метро. Встретимся там, когда избавимся от Барни. Но еще кое-что. Окажи услугу. Что опять? Отпусти меня просто в метро и все. Ну давай, говори, что... Че надо? Опять что-то в Сандралок нужно что-то сделать? Отдать кому-то письмо? Когда попадешь в центр, там моя жена... О, ну так и знала. Он уже рассказывал про это. Передашь кое-что от меня. И скажи, что я в порядке. Ну, ладно. Тебе что, больше некому это доверить? Возможно, нет. Ну, если это не я, то ты он не нормальный. Собираешься меня мне поставить. Кажется, что его правда наел. Нет. Бали. Там есть адрес. Братик, тебя обманули. Мы сделали неправильный выбор. Ну, хотя у нас это уже не должно волновать, в принципе. Мощный от... О, имба, хочу, хочу. В смысле, так у нас уже есть. Тар ногой в воздухе. Имба. Идеальное уклонение. Мощный отталкивающий удар. Подбегите к оглушенному противнику или препятствию, нажмите. Так ну же у нас есть пробел, чтобы. Спасибо. Прискочить через него. Удерживайте ЛКМ во время перепрыгивания, чтобы нанести мощный толкающий удар ближайшему врагу. Ну я вот это хочу, поэтому давайте. Ну, давайте возьмем его. А что у нас там есть по чертежам? По чертежам еще что-то. Дорогие мои слушатели. Белидор! Хоршу — старейший район города. Отдельные здания в нем относятся аж к 15 веку. Хоршу подкопа получил название в честь стен, что его окружают. Продать. Здесь же стоит водонапорная башня. Прежде на ее месте продать рожку, что-то купить. Мы это уже будем делать, видимо, Сандралок. Улочки Хоршу носят странные названия, значения которых давно забыты. Кажется, тут расположены мастерские и антикварные лавки. И царит дух былых дней. Величайшие поэты искали вдохновение в Хоршу. И души их все так же реют над крышами. Может быть, храбрый путник Хоршу вдохновит и тебя? В наши дни Хоршу быстрое перемещение место для свиданий. Как-то я встретилась там с мужчиной. Опа. Познакомились в приложении. 30-летний тренер дельфинов с телом греческого бога. Это мы. Кто мы? А ты а что это тут разрешил делаешь? Нам пройти. Видели приказ?
Имя? Хакон. А твое? Эйден. Эй, это свои. Пропустите. Ну, смотри, нет. Мементо море. Yes. У тебя наверняка есть связи. Ну так смешно бегает сюда. Как-то криво. Ну пока, ребят, получается. Что? Слышь, ты изменял своей девушке? Нет. У меня не было девушки. Никогда никого не было? Правда? Не все такие озабоченные, как ты, Хакон. Да, к сожалению. Но я понимаю, когда постоянно таскаешься из одного города в другой, в отношениях нет смысла. А ты? Почему у тебя это есть? Были когда-нибудь отношения? У меня отношения? А, если так, возможно, да. Я пытался, правда. И каждый раз думал, что это та самая. Ну, или те самые. Но однажды я нашел ее. Ага, потом... И? Но все закончилось. Я причинил ей боль. И не хочу делать это снова. Как благородно. Никто не... Ты причинил ей боль, бросив ее с кайфом. Черт. Это что значит? Мне это не нравится. Что это за херня? Уверен, ничего хорошего. Подождем. Нужно идти. Вентиляторы вырубились. Без них мы долго не протянем. Ну, прошли. Химические испарения. Прошли, прошли. Сколько у нас времени? Его нет. Или еще меньше. В служебном туннеле должна быть панель. Иди к ней, попробуй включить вентиляцию, а я посмотрю, что с напряжением. Ну ладно. Надеюсь, в этом ты шаришь не хуже, чем в бабах. Хм. Давай, поумничай еще у меня, мелкий клоун. Вентиляционная Петя, панель вон там. Сколько у меня уже видео идет? Нормально, еще можем поиграть. Ой, какая счастье. Очень неприятно было бы. Так. Мне нужно сразу посмотреть вот это вот. И поставить сюда вот это вот. Все. На какую там кнопочку? Двойку? Нормально, 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 нормально. Ага. Маренька, 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 маренька. Что вот это? Не прорисовочка была какая-то странная. Класс. Что, все-таки по желтой трубе заберешься? Да, лучше не ступать. Это я в этом уверен на все 300%. Хорошо. Давай. Давай, 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 давай. Включай. Оп. О, уже легче стало. Так. Как он, она не работает. А ядовитых паров все больше и больше. Пиздец, блядь. Держи. Иди вдоль кабелей. Они должны привести тебя к запасному генератору. Он должен быть там. Ой, мухил. Понял. Да куда это? Понял. Ага. Прям туда? Ты уверен в этом? Прям в воду? О, боже мой! Неприятно. Все. Все. Ладно. Отлегче. Я включаю. Включаю. Сейчас получу по голове, скорее всего. Тыкай. Класс. Сука, он сразу же глохнет. Еще другой. Слышишь? Я у генератора. А он сейчас не будет нам отвечать, да? Перегрузка. Нет, ладно. Есть решение, но... И умирает. Оно тебе не понравится. Говори, что уже хуже может быть. Говори. Нужно отключить одну из секций, а я подключу ее напрямую к вентиляторам. Почему мне не понравится? Мне придется выключить свет. Весь свет. Придется идти в темноте. Попробуем. Ты уверен? Нет. Конечно, нет. А есть выбор?
Три. Вперед. Пошел, пошел, пошел. Че, на время? Ля, куда? Добегите до Хакона. Подожди, чувак. Куда? Сюда. А дальше куда? Дальше сюда. А потом сюда. Давай, побежим. Матерь Божья. А как я здесь пройду? А как я здесь пройду? Ага. Что это белое? А, все, понял. Так. Сюда. 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 Ой, я сюда хочу. Там что-то есть. Не понимаю. Не понимать. Ой-ой-ой-ой-ой. Шикнем. Давай еще раз попробуем. Так. Все, слава богу. Получилось. Сюда. 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 Быстрее можешь открывать, пожалуйста? Бэм-бэм-бэм, быстро, пим. Давай так, оп-оп-оп-оп. Так, все. Все. Сюда. Падай. Сюда. Пополз. Быстрее. Он же меня не бросит, я надеюсь. О, хорош. Бля. Отстань. Напролом тут вот это вот. Там какой-то есть перк. Он бы мне понадобился. Так. А, вниз? Там, да ладно. Думала, нужно туда. Так, все хорошо. Здесь уже нормально. Ну, как-то очень подозрительно все. Такси закат. Ты в порядке, парень? Ответь. Тихо, старик. Все путем. Думай, кого называешь стариком, малыш. Ну ладно. А может, в следующий раз... Такси заказывали? Ты побежишь. Я всегда мечтал так носиться. Каждый делает то, что умеет. Ты бегать, а я думать. А электричество не отключится? Думаю, может. Будь у меня свободная неделя, я бы здесь все починил. Хакон, электричество не отключится? Не должно. Должно, 100%. Отвечаю. Это такое прям место, где будет... Чтобы успели очистить туннель от этого дерьма. Я хорошо знаю это место. Странные звуки я услышала. Это... Подожди. Это место будет максимально таким, что выключится свет, а будет очень много зомби. А может, покажешь, может, все накручиваю. Ничего себе. Иди. Ты только посмотри на это. Что? Классно граффити? У нас разве есть на это время, Хакош? Ну, что это? Джон Майкл Новак. Ты что хотела сказать? Мой старый друг. А, понятно. Его крутые граффити есть по всему городу. Угу. Класс. Здесь должна пойдем? Быть еще одна. Угу. Слышал. Я не хотела, чтобы так было, я просто предположила. Не показалось, да. Хочу убедиться, что нам ничего не угрожает. Нет. Будь начеку. Окей. Не показалось. Да, он пока там будет исправлять граффити, а я пойду с кем-то драться. Сюда. Что такое? Вау, очень классные звуки. Быстрее, бежим. Нет. Блядь. Ну, конечно же, он там оказался, я здесь. Быть наверху какая-то жопа, Эйден. Не нравится мне. А что происходит в этом наверху? Выключился свет? Обожаю. Просто охрененно. Дай мне ключ. Нет. Попробуй открыть барьер. Нет. Я знаю, что делаю. Нет. Как это тебе поможет? Ты же открывал им ящики ВГМ. Эти заграждения тоже ВГМовские, я же говорил. Как ты их откроешь? Я найду диспетчерскую и открою заграждение. Ах ты говнюк. С этой стороны есть люки в служебный туннель. Я поищу диспетчерскую.
Нет, это будет ошибка. Это будет ошибка. Это будет... Нет, ему нельзя давать. Он использовал нас. Ему нужен ключ. Он нас использовал. Он нас бросит. Хорошо. Я ему не верю. Держи. Он мутный. Зря. 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 Хакон? Нет. Нет, все. ГГ. Слитов. Катка слитов. Все. Он игнорит. Хакон, где же ты? Все. Нет, Хакон. Не бросай меня. Он тебя бросил. Я говорил. Ты... получается. Да он врет, все. Так, подожди, у меня есть еще идея. Что? У меня есть идея просто ливнуть нет, отсюда, бросить нет, тебя. Нет, не смей, блядь, бросать меня тут. Верь мне. С какой-то стати? Как? Да. Хакон, ебаный рот. Хакон, не сейчас придет какая-то мразь. Придет. Там какой-то трэш чтоб происходит. Тебе. Придумай же что-нибудь. Да ничего он не будет придумывать, скорее. Пожалуйста, мне страшно. Я не хочу. Не надо мне. Не надо мне. Не надо мне. Что мне делать? Останьтесь ну, в живых до возвращения Хакона. Класс! Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. А сейчас что-то будет. А сейчас что-то будет. Ну давайте сделаем еще две штучки. Боже, какой ужас. Еще вот одну штучку сделаем. Просто пи-пям, просто пи-пям. 31, 22, 21, 18. Так, я могу 22, 25, 21, 27. 21 я, вот это, я могу поменять на 25. А, так он у меня так. 22, 20, 21. Тесак. Есть? Можно, но не хочу. 26. Давай вместо вот этого. Вот это. Попробуем. Вдруг лучше будет. О, там что-то 37 было. Вот такое тяжелое. Ну, можем. Да что за бред? Что меня там пнуло-то? Куда я влезла? Нет, ребята. Нет, ребята, не надо, я не хочу. В принципе, думаю, что на этом можно ролик закончить. Так что спасибочки всем, кто смотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Но встретимся, может, на следующих сериях. Всем удачи. Опа, easy win. Нет, не easy, нифига не easy. Всем удачи. Мама, до скорого.